Всем привет, вы на канале GoBlog, и сейчас мы вам расскажем последние новости о жизни блогеров. Юля Годунова и Влад Бумага станут родителями. Юля и Влад все же рассказали, кто у них родится. Они все-таки не будут ждать до рождения малыша, чтобы раскрыть пол. По словам Юли, когда они прилетят обратно в Москву, она покажет, как проходила гендер-пати. У Юли и Влада будет девочка. Узнали это они еще несколько дней назад, но для подписчиков держали интригу. 3, 2, 1! Юля Годунова считает, что Влад будет хорошим отцом для их будущего ребенка. «Будущий, молодой, успешный отец», – написала девушка в сторис. Юля Гаврилина вливается в американскую блогерскую тусовку. Юлю уже приписали роман с американским блогером Заком. Они только познакомились в Лос-Анджелесе, подписались друг на друга, парень сразу поставил ее фотку на заставку, а после они засняли общий ТикТок. Аня Покров и Артур Бабис сейчас вместе находятся в Дубае, наслаждаясь совместным отдыхом, хотя в сторис друг с другом они так и не появились, а по видео заметно, что номер один и тот же. Но подписчикам они по какой-то причине пока этого не показывают, но мы все еще ждем комментариев от самих ребят. Ну, ближайшие пару дней буду кайфовать вот здесь. У меня тут небольшой перевалочный пункт, вот с таким вот видом. Красотища! И два телека в номере, зацените. Нафига? Можно еще ванны поставить для приличия. Саша Стоун полез в драку у клуба. Сашу в этот момент засняли на камеру, и по словам людей, находившихся там, он был нетрезвый. По итогу драки не произошло из-за того, что друзья парня вовремя его оттащили. Блогеры? Это конфиденциальная информация. Не надо! Даня Милохин анонсировал бой. Все-таки Даня не передумал строить борцовскую карьеру, и уже 16 февраля у него пройдет первый бой в Дубае. Также Даня рассказал о желании познакомиться с иностранной девушкой. Ребята, объявляю прямо сейчас, 16 августа в Дубае пройдет мой первый бой с дубайским местным блогером. Вот. Так что я вам дам потом ссылочки, все дела, там трансляция будет крутая съемка. Думаю... Переживать будете 100%. Потому что я уже переживаю, чуваки, честно. Прям остался месяц, но я все равно переживаю. А как я там буду переживать, я даже не знаю. Февраля. Нет. Декабрь, да, февраль. Нет, 16 февраля. Ребята, объявляю прямо сейчас. 16 августа в Дубае пройдет мой первый бой с дубайским местным блогером. Вот. Так что я вам дам потом ссылочки, все дела, там трансляция будет крутая съемка. Думаю, переживать будете 100%. Потому что я уже переживаю, чуваки, честно. Прям остался месяц, но я все равно переживаю. А как я там буду переживать, я даже не знаю. Февраля. Нет. Декабрь, да, февраль. Нет, 16 февраля. Стало известно о первом сопернике Дани Милохина. 16 февраля в Дубае состоится бой с местным популярным блогером Аджамал Ханом, у которого 3,5 миллиона в Инстаграме. Парень давно занимается боями, имеет опыт поединков и находится в такой же весовой категории. Сможет ли Даня выстоять и победить?
Также появился постер к первому бою Дани. Даня Милохин вовсю готовится к бою. Что удивительно, Дане это не надоедает, как, например, было с ледниковым периодом. Зачем сидеть во льду в Дубае, если в Москве сейчас минус 15? She's mm-hmm.